Вербное воскресенье – последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день Церковь отмечает вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, Иисус Христос в этот день направлялся со своими учениками в город, чтобы отпраздновать Пасху. На подходе к Иерусалиму он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников, чтобы они подвели его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды для того, чтобы Христос сел на него. Вот так Господь въехал в город, а народ стал восторженно приветствовать Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. В память об этом событии во всех христианских храмах принято освящать украшенные ветки деревьев. Поэтому церковь в воскресенье шестой недели Великого Поста называет цветоносное. У русских место пальмовой ветви заняла верба, которая дала название празднику «Вербное воскресенье» или «Вербница». Суббота, которая предшествует вербному воскресенью, считается тоже праздничной. Она называется Лазаревой, потому что по церковному преданию в этот день Христос воскресил Лазаря. На эту субботу приходятся основные приготовления к празднованию вербного воскресенья. До Петровской России вход Иисуса Христова в Иерусалим отмечался с особой торжественностью. В XVI-XVII веках в Москве, Новгороде, Ростове, Астрахани, Тобольске и других городах кульминацией празднества был крестовый ход, во время которого царь или глава городской администрации вел за узду коня, замаскированного под осла, на котором восседал патриарх или местный батюшка. После крестного хода патриарх принимал коллег, убогих и нищих, которых с большим почтением почивал. Затем омывал им ноги, а в завершение одаривал милостыней. Поэтому христианство связывает вербное воскресенье с милосердием и человеколюбием. Шествия проводились каждый год, вплоть до 1697 года. В этот год празднество по указу Петра I было отменено вместе с патриаршеством. В России с XIX века в церквях стали проводить праздничные службы и разрешать послабление поста. В деревнях в эти дни старались не работать, а к празднику готовили разнообразные кушания из рыбы, пироги, рыбники, кашу и пекли гречневые блины. Канун вербного воскресенья шумно и весело праздновала молодежь. В полночь с пением песен девушки и парни выходили на улицу, а около ворот домов, где жили новобрачные, останавливались и кричали: «Отопри, отопри, молодая, вербушку убить, здоровьем больше прежнего наделить». Молодая отпирала ворота, и толпа входила с песней. В избе гости хозяев слегка ударяли вербой и угощались пирогами, блинами и кашей. В народе верба, освященная в этот праздник, считалась священной и наделялась магическими свойствами. Утром праздничного дня взрослые хлестали веточками вербы детей, приговаривая: «Верба красна, пей до слез, будь здоров». Освященные веточки хранили весь год. А еще вербное воскресенье на Руси приурочили к встрече весны, и народ водил хороводы с пением весенних песен. С праздником вас! С вербного воскресенья! Да храни вас Господь!